Привет, друзья! Представляю вашему вниманию накладки, тюнинг на Spyderco Tenacious. Значит, микарта классическая, очень качественно обработанная, очень приятная тактильно. Вот это вот такое рифление. Сверху у нас вот таким вот образом, тут еще засечечки сделаны. Значит, есть версия со спейсером. Спейсеры продаются отдельно, надеваются просто на втулки. Ничего там дополнительно не нужно делать, просто одеваете на втулки и все. То есть вот на эти втулки одеваете. Так. В общем, классика жанра. А-ля советский текстолит. Микарта с выпилом под замок. Все очень качественно. Вот. И версия микарты Crazy Fiber. Это торцевая микарта, очень красивая. Она сама по себе очень красивая. Я уже знаком с этой микартой по работам Coral Knife. Антон Человек. Вот он делает из Crazy Fiber. Но у него фиксы. Вот. Я люблю тюнинг. Но некоторые вещи просто дешевле купить, чем сделать самому. И, в общем, вот такую вот красоту я сделать сам не смогу. Все, здесь нужна ЧПУ и фреза, то есть здесь фрезой сделано. Вот. Ну, в общем, показал. Теперь давайте истории будем рассказывать, как это все произошло. Значит, у меня есть две версии. То есть версия у меня, когда-то я выменял себе Tenacious. И в 2008 году я купил себе полный серейтор. Меня накрыло, я ему сточил. Видите, такой кинодельника получился. Вот. И некоторое время назад на маркетплейсах появились бюджетные версии Tenacious. И, в общем, еще я себе несколько штук купил. Вот. Оказалось, очень неплохого качества. И встал вопрос, ну, собственно, для, на, как говорится, затюнить его. Мне это интересно, повторюсь. Вот, и, в общем, я начал искать, и вот такую вещь нашел, Crazy Fiber, значит, очень мне понравилась, в общем, сама идея вот именно вот такой текстуры, не просто скругление, а вот, вот это вот теснение такое, как пистолетная ручка, вот это место мне нравится, очень углубление, и вот это вот теснение, как говорится, насечка, она вот так же в это углубление заходит. И здесь тоже. И также мне хорошо, что Crazy Fiber, у них есть две точки на выставке клинок. Я их попросил, они мне, в общем, привезли на клинок. И я, в общем, смог себе выбрать. И, в общем, мне так понравилось. Я вообще хотел одни купить. Но мне так понравилось, что я, в общем, прям сразу же их перекинул. Там, в этой, в зоне кафе. И пошел, купил себе еще. И мой друг тоже увидел, говорит, я дай-ка я себе тоже куплю. На следующий день себе тоже купил. Вот, значит, давайте пройдемся. Значит, я хотел себе поставить на мой Кинодельку, но, к сожалению, в 2008 году они выпускались еще с шестигранниками. И они пластилиновые, эти шестигранники. То есть я их закрутил, подсорвав. Я, в общем, попытался, думаю, не буду даже трогать. На нем, кстати, стоят lightweight от версии с маркетплейса. То есть все идеально садится, как видите, все на месте и прям отлично. Поэтому я ее даже трогать не стал. У меня достаточно версий. Так, давайте чуть отъедем. У меня достаточно версий и еще, в общем, еще мне достаточно Tenacious'ов. Так, значит, версия, еще раз показываю. Текстолит. Это комплект у нас со спейсером. Что мне еще нравится, конечно, я люблю бюджетные вещи. И комплект очень бюджетный. В данный момент комплект стоит 2500 в среднем. Что очень бюджетно за такое качество, прям очень хорошо, на мой взгляд. Поэтому, если вы себе приобрели ножик Tenacious, он вам нравится, может быть, даже версию Lightweight, и она вам нравится, вы можете за 2500, вот эти вот наклейки, ну, накладки стоят 2000, то есть Crazy Fiber торцевой стоит подороже.
буквально там за 2-2,5 тысячи вы можете себе его протюнить и получить кастом буквально там за 3-4 тысячи. Это, ну, вместе с ножом с маркетплейса, это будет вообще супер, на мой взгляд. Ну, в общем, вот так. Так, значит, версия с Crazy Fiber зелененькая. Очень прикольный цвет такой, мне нравится, дайте поближе. Вкрапление. Качественный материал, я даже удивлен. Я не люблю махру, вот такая вот, вот эта вот махристость такая. Я ее не очень люблю, я ее даже полирую. Но вот на Crazy Fiber ее нету. То есть очень качественный пластик, еще раз повторяюсь, прям мне очень понравился. Ну, собственно, вещь сама себя хвалит, здесь не надо ее ничего говорить. Так, значит, версия с обычными накладками еще. Ну, то есть Микарта, вот это я, честно говоря, не знаю, то ли это Микарта с Микартой, то ли это G10 с Микартой, ну, в общем, не знаю. Но цвет очень сочный, тоже приятный. Вот этот вот бордо, так называемый, он чуть просвечивается. Ну, или это просто кажется, просто такой цвет. Здесь, кстати, видно лучше вот эту вот насечку, как раз фрезеровка сделана. Ну, в общем, опять же, вот смотрите, версия с лайтвейта. В общем, все тут. Вроде какая-то тут 0,5 есть не подгонка, но это прям смех, если честно. Все это здесь сделано. Углубление, еще раз повторяюсь. В общем, все очень приятно. Механика прекрасная. Но механику я уж сам настроил, но она и с этого стоковая тоже хорошая. Так, и значит, вот у меня есть черный лава. Вообще тоже очень суперское сочетание черного и вот, вот так. Давайте, собственно, наверное, уберем временно. Ну, давайте, в общем, черный и вот с такой вот оранжево-синий, желтый какой-то лавой. Очень похоже на, как вулкан течет, в общем. Так вот сверху. Ну, в общем, вот так. Кому что, какие ассоциации есть. В общем, вот так тоже. В общем, все это четко, все великолепно. Так, значит, и вот такая зелененькая. Какая-то болотная. Все то же самое. Все одинаково качественно, все это ровненько. Ну, в общем, сами все видите. Здесь тоже все четко. Так, хаотик. Здесь прям вообще намешана куча цветов. Скорее это, я бы сказал, что это, ну, практически как один цвет. Вот, и последний, самый красивый, это вот муравейник. Это у нас какой-то розово-фиолетовый. Не знаю, как... да, камера нормально передает. Прям очень такой хороший цвет. Жалею, что я себе такой не выбрал. Это... вот, не мой, не мои накладки уже. Так, ладно, давайте, в общем, я всю эту красоту покажу. Наверное, в раскрытом виде они у меня не влезут. Давайте в закрытом. Так. В общем, вот такая вот красота. За недорого. Ну, относительно, конечно, недорого. Но, на мой взгляд, кастомные накладки за 2500 – это очень бюджетно. Я помню, 3000 они были еще... не знаю, когда это было, то есть трех они стоили, а сейчас, наверное, еще дороже. То есть, если какие-то из чего-то понтового, там даже это будет там даже 5 и выше. Поэтому я говорю, для меня это было не открытием просто. Вот. Ну, давайте еще разок пройдемся. Сейчас вот солнышко упало красиво. Так. Классика. Спейсера отдельно продаются, яркие, но стоят 1000 рублей. Еще там 960 стоит отдельно спейсер. Поэтому есть... а комплект стоит 2900. Поэтому если смысл есть, только, ну, как подешевле комплектом брать. Хаотик фиолетовый.
муравейничек розовый, вообще вот этот очень красивый, на мой взгляд. Ну, кому что нравится, как бы, некоторые считают, что слишком яркий, это тоже не очень хорошо, но мне вот нравится. Он еще пестрит из-за того, что их много. Зелененькие очень красивые листики. Папоротник такой. Вот. Ну и, собственно, этот, что показывает, только интересный только тем, что я вот клинок ему изуродовал. Ну, в общем, такая вот у меня была фантазия. Так. Все это у нас хорошо открывается. У нас все, я все переставил на керамику в детент и на фторопласт в осевом. Так что все у меня тут великолепно. У черного чуть похуже механика, потому что у меня покрытие, оно достаточно стойкое. Ну вот, собственно говоря, надеюсь, было интересно. Такая вот красота. За вполне разумную цену, на мой взгляд. В принципе, можно, тут несложные накладки, можно купить G10, там, скажем, и самому выпилить. Но, опять же, вот такой красоты не получится. То есть, вот такой вот именно текстуры, она приятная тактильно. То есть, ты берешь его в руку и понимаешь, что он уже допиленный, приятный, в общем, со всех сторон. Ну, в общем, смотрите сами, в общем. Так, ну, вот. У меня фаворит, конечно, вот этот зелененький. И розовый муравейничек яркий. Ну и лава, конечно, тоже крутой. Ну, классика. Классика, она всегда везде классика. Классику, кстати, я, может, немножко еще войлоком потру, чтобы он поярче был. Я люблю, чтобы махры не было, чтобы он более яркий был. Вот как раз есть люди, которые любят, чтобы с махрой был, там засаливался. Мне так не очень нравится. Мне вот, вот такие больше нравятся. Когда все четко, сочно, красиво. Вот. Надеюсь, было интересно.